Отныне место проведения будущих игр народов Якутии будут выбирать за 5 лет, а не год как игр, как это было раньше. Об этом в положении 7 спортивных игр, которые пройдут в 2018 году в Амгинском Улусе, шла речь на коллегии Министерства спорта. Соревнование пройдет по 4 группам районов, а лучших изберут по итогам 3 этапов. В Амго ожидается приезд 5000 участников. Это спортсмены, делегаты, пресса и участники культурной программы. Стало известно, что будет представлено 16 видов спорта. Один из них вносит проводящая сторона. Если в тот раз намцы добавили в список гири, то амгинцы внесли пляжный волейбол. По строительству объектов там опоздание есть, но строители уверяют, что они в июне месяце все закончат, завершат. Всего будет 16 видов спорта, включая детский спорт и адаптивный спорт в связи с последними успехами наших спортсменов. Включили 2 вида спорта, адаптивного вида спорта, видов спорта. И с Нового года мы начнем проводить отборочные квалификационные соревнования по всем этим 16 видам спорта и отберем лучших спортсменов и команд для участия в финальной части.